из этого, домашняя, вот Борис Васильевич, грузин православный, у него все время покупаю. А куда наш Борис Семенович делся? Почему его не видать? А, хороший вопрос, не могу сказать, у меня с ним связи нету. У меня сейчас только были мастера с телекома, ушли, надо проверить все. Ну, классно, что. Ты там это, по Путину Зелинскому-то какие-то картинки все дал уже мне? Ну, конечно, я вам вчера еще сбросил. Ну, я не... Еще раз продублирую сейчас. Да можно, конечно. Дело в том, что я-то не все... Ты посмотри, что там по Теряевке делается. Как чуть не утонули люди. Там... По Теряевке? По Теряевке. Там на втором мостике. Почему? На втором мостике откололась плотина и пошел 10 или больше тонн зерна. Еще там было. Два ролика рядом стоят, первый и второй. Смотреть даже страшно, сердце замирает. Натянуло когда, а опрокинуто тянет в воду. С той стороны большую машину, а Игорь подогнал стой или какой там огромный это. Ну и кое-как они то ли болгаркой перепилили тросы, то та в воду ушла. А то увидишь там. Ну зайдешь тогда, ладно тогда. Я тебе больше не нужен. Да нет, Игнат Тихонович, я пока работаю там, доделываю материал, первую часть, вторую там. Хорошо, тогда так, все, я отхожу, да? А, ну надо еще это, я еще не думал над стихом, какой подобрать к этому всему делу. Может, у вас какая идея есть? К событиям. Так а ты возьми уже напетое Виктором Николаевичем Савченко, что скажет Бог, то изреку и я, лучше не придумать. Может, ну, давайте, ну, хорошо, первый куплет, что скажет Бог, то изреку и я. Заученная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея, не нанесет он в уши ахинею. Там попы и рычагисты как хорошо делают. А ты прямо заряди так, что скажет Бог, то изреку и я. Да не, ну я найду, и Виктор все, Савченко. И там все слова, и все, Виктор Савченко поет. Если не выйдет ничего, тогда мне скажешь, я тебе скину. Да могу сейчас сразу скинуть. Все тогда, да? Да, с Богом. И ты его можешь исполнение на гитаре, можешь туда же и вставить. Хорошо, я... Ну, у меня две части получится. Она можно на первую часть ставим. Можно на обои части на поставить. А вторую, так вот, а сначала было не так, вот так называется, очень хорошая. Намного, что ныне видим, ну, вот, в храме. Хорошо, вот то и то, то и то. А попрошая колгущих у оградки, до алтаря, до батюшки с дарами, мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал... Вот как раз это все. Нашим иудеям, я не сужу, а это нам так ново, а далее слова от них все холодеет, судить вас будет слышанное слово. Ох и трогательно. Ты эти два, как он исполняет, как поет, я тебе сейчас их скинуть постараюсь. Ну все. Так вот его бы попросить, еще бы вот их исполнить там как-нибудь. Просто, ну это хорошо, просто там много показывается текста, там вот это мне, конечно, не очень. А как текст? Надо все время, ну как, надо все время было или... Ну ладно, я там что-нибудь придумаю. Ну хорошо. Не, ну хорошо, все. Ну принято так. А мы сделали так. Он поет, мы главное показываем текст, потом его. Мы никому не подражаем. Мы видим, что так полезно. А его что смотреть, он блещет-то рукой. Нет. Тихонович, я не знаю. Но что знать-то? Люди не понимают слова. Пение оно скрадывает как-то окончание. А тут идет куплет за куплетом. Его видно, и он играет рядом, и весь текст идет. Ну чем тебе не караоке это? Я вот жалею, что на гитаре не могу. Да и гитары нет, так бы можно тоже что-нибудь было исполнить. Ну, если приедешь, я тебе гитару подарю. У меня гитара там лежит. Надо будет учиться. Ну, учиться, хорошее дело, да. Ну, вот я тебе два скину их, и ты их в том и другом ставь. А то, может, я тебе скину больше, ты в начале и в конце можешь поставить. Это как будет мощнейшие столбы стоять. Там каждое слово из Библии. Хорошо. Благословляю отойти. Все, с Богом. С Богом.